Здравствуйте, я Сусана Альперина, директор московского отделения Всемирного клуба одесситов. Вместе с режиссером Александром Бруньковским мы снимаем фильм, который называется «Интонация Большой Одессы». Снимаем, потому что оба одесситы, потому что оба любим Одессу. И нам интересно, что происходит с теми людьми, которые уехали в свое время из нашего города, потому что мы сами такие, мы тоже уехали из него. А сейчас еще один раздел биологии. Пиастик? Да, ТК. Она говорила, Хаид Марат за работные уроки получает 5. У нас очень интересные герои. О каждом из них можно было бы снять отдельный фильм. Среди них часть людей, которые вам очень хорошо известны, такие как Роман Карцев, Михаил Жванецкий, ребята из квартета И, Леонид Барац, Ростислав Хаид и другие. Часть людей, которые, может быть, известны чуть менее, но они не значат, что они менее интересны. Это и Дора Шварцберг, это Анна Шафажинская, певица. Дора Шварцберг, скрипачка с мировым именем. Анатолий Контуш, игрок в КВН, который потом уехал в Париж и стал профессором. Это все очень интересные судьбы. Ирина Ратушинская, писательница. Кстати, советую почитать ее книжку «Одесситы» сразу же. У нас пошел одесский разговор. Как, что я здесь делаю? Это же мой ресторан. Видишь, написано по-китайски. Это мой ресторан. Сейчас мы почти уже отсняли первую часть проекта, первый фильм. И заявленная на планете сумма – это то, чего нам не хватает, чтобы эту часть закончить. Но мы мыслим этот проект как мультимедийный. Мы хотим сделать книгу по его мотивам, мы хотим сделать сайт, и мы хотим сделать вторую часть фильма. Но для начала нам нужно закончить первую. Что мы надеемся сделать с вашей помощью? Мы рассматриваем этот фильм сегодня как поддержку Одессе и как ту поддержку, которую Одесса может оказать тем, кто из нее уехал. Если кого-то волнует вопрос политики, у нас нет в фильме прямой политики. Но у нас есть интересные визуальные решения, которые, возможно, натолкнут вас на те или иные размышления о тех политических событиях, которые сейчас происходят вокруг нашего города. Я хочу тебе что-то написать, типа письма моей маме он написал. Этот проект делается по любви, это самое главное. А когда такие проекты делаются, они обычно удаются. Будьте с нами.